В HTML5 редакторе Animatron, редакторе видео, необходимо вставить рисунок, в данном случае формулу в качестве рисунка, созданную в какой-то сторонней программе, в формате PNG. Единственное неудобство оказывается здесь, что у нас эта формула приносит с собой фон. В этом случае может помочь редактор Irfan View, редактор, который позволяет очень быстрый, который позволяет убрать этот фон. При сохранении рисунка в формате PNG мы указываем опцию «Сохранить прозрачный цвет» и указываем директорию, в которой нам надо. Чтобы отличить от предыдущего файла, здесь добавим индекс A в конце. И от нас потребует указать прозрачный цвет, цвет, который должен стать прозрачным. Указываем, еще раз вставляем импорт, выбрать файл, и вставляем наш вновь полученный файл. Ну, уже видно, что фона у него нет. Фон стал прозрачным. Теперь эта формула никак не будет мешать